Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором каждый день вы найдете, что посмотреть по танкам. Я постоянно публикую новые видео специально для вас, либо фановые, либо информативные, либо полезные. Ну а сейчас откроем с вами подарок, который ко мне прилетел утром. Спасибо большое Димке, его все знают как Диму Струговчика. Ну а еще известен как Дмитрий Мегатитанович на наших прямых трансляциях, на которые всех приглашаю в ближайшее сегодня вечером. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Ну что? Открываем, посмотрим, что Димон прислал. Димка, спасибо тебе большое, что бы там ни было. И здесь просто охренительнейший, извиняюсь, подарок. Это просто чума какая-то. 3500 голды, целых 3 открывашки, контейнер бомбический, 3 собери их все и контейнер с кастомизацией. Ну, кастомуху я не сильно люблю, но вот это действительно очень жирно. Ребят, погнали все это дело откроем. Начинать, понятное дело, будем с того, чего поменьше. Давайте кастомуху откроем, посмотрим, что прилетело. Аватар, раз, аватар, о, грубая сила. Сила. То есть можно, в принципе, в ивенте не забирать. И, кстати, ребят, многие спрашивали, на что можно обменять аватар «Грубая сила». Сейчас посмотрим, что в виде компенсации идет за данный аватарчик. Так, заходим раз, заходим два. Так. Где этот аватар «Грубая сила»? Не вижу его ни разу. Но, где ты? Так. Блин, найти не могу, реально. Где же он? Должен быть с красной то. Вот он. Обменять. 200 осколков. Никакой там голды. Не верьте, ребят, тиктокам. Верьте мне, я никогда не обманываю. Ладно, с этим делом мы уже, в принципе, точку поставили. Погнали дальше. Открываем контейнер. Давайте откроем бомбический. Но не подведи меня. Не подведи бомбический контейнер. 500 золота. Мало, конечно. Рассчитывал на большее. Ну, бог с ним. И на том большое спасибо. Димон, уже получается 4 косаря приземлилось в копилочку, за что тебе безумно благодарен. Поехали открывать контейнеры. Собери их все и на закуску оставим открывашки. 3 бочки можно будет открыть. Мало ли, может, там мне очень сильно повезет. Так, косарик собрался из талисманчиков, спасибо большое, того 5 косарей в копилку, ну и из последнего контейнера большое ничего, обидно, конечно. По контейнерам вроде бы закончили, тогда переходим к тяжелой артиллерии. Итак, 3 открывашечки, что получаем? Первая бочка, и здесь у нас 500 золота. Ну, маловато. Хотелось бы на закате этого игрового события получить что-то пожирнее. Ну, вот только по пятихаточке закидывает. Третья открывашечка, что приносит? Блин, ну грустнота. И еще 4 открывашек не хватает для того, чтобы открыть себе этот железный все-таки контейнер, или как его правильно назвать, железный гараж. Ну да бог с ним, что там выпало, то выпало. Для меня главное не ценности, которые находятся в подарке, а проявление внимания. И за это внимание, Димка, я тебе безумно благодарен. Ребят, приглашаю всех вечером на прямую трансляцию на этом канале. Также приглашаю на дневную прямую трансляцию на канале GSN Games. Пообщаемся, я поотвечаю на вопросы, если они у вас будут. И вместе покатаем в танке абсолютно бесплатно взводами. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.